конкурентоспособность российских навигационных услуг. Для этого создадим наземный измерительный сегмент за рубежом. В перспективе, ну или в идеале, нам бы хотелось иметь около 50 станций сбора данных на территории 36 государств мира. Это гарантирует еще более устойчивую работу ГЛОНАССа и точную работу ГЛОНАССа. В настоящее время у нас пока такие станции есть в Антарктиде и в Бразилии. В целом намерены наращивать международное сотрудничество в области спутниковой навигации. В том числе будем поддерживать участие российских специалистов в работе международных структур, которые формируют требования и рекомендации по обеспечению совместимости российских с другими навигационными системами. Как я уже сказал, среди наших приоритетов создание единого навигационного пространства России, Казахстана и Беларуси. Соответствующие договоренности, письменные договоренности, уже достигнуты.